Следите за ним. Солдаты, охранявшие Иисуса, издевались над ним и били его. Ну что, вот мы отец царя. Ну скажи нам, что будет. Ну что, ты спасешь нас, великий царь! Ты спасешь нас! И этот был с Иисусом? Нет, я не знаю его. Я видела их вместе. Мы твои покорные слуги. Окажите мне милость. А ведь ты один из них. Нет, я не из них. Слушайте, я видел, этот был с Иисусом, и он галилеянин. Да отвяжи. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Тогда Иисус взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды».